Привет, дорогие друзья, снова с вами я, ваш друг Парвин Гайдаров. Снова продолжаю тему про женщин и снова хочу повторить, что все мы знаем, что женщины – это основа общества, основа семьи. Женщины – это прекрасная половина человечества. Женщины – это излучает энергию любви. Женщины – это наша радость, удобство для нас и так далее. Есть такой тип женщин, это женщины лета. Они страстные, горячие, немного ревнивые, немного эгоистичные. Они с красной энергией. Они как гитара. Они как танго. Таких женщин я называю женщины лета. Благодарю вам. До новых встреч. Пишите в комментариях, какие темы хотели бы я затрагивал. Что вам не нравится и что вам нравится. Не забудьте поставить лайк и подписываться на мой канал. Благодарю вам. До новых встреч.